Аля. Аля. Варечка. Это неправда все. Варечка. Варя. Варюша. И кто мои настоящие родители? Твой папа бизнесмен Олег Прокопьев. У него отели. Еще что-то, честно говоря, Сашка, я не спрашиваю. А мама? Про маму, к сожалению, мне ничего не известно. Как вы вообще пересеклись? Как ты могла рожать там же, где богатые люди? Ну, я же тебе уже рассказывала. Меня сбила какая-то девица. Я испугалась, у меня начались схватки. И она отвезла меня в клинику, а там жена Олега Викторовича рожала. Нелепость какая-то. У нас фамилии всего лишь на одну букву отличаются. Я всегда знала, что я чужая здесь. Как чувствовала. Саша, ну что ты такое говоришь? Я тебя люблю больше всех на свете. У меня ближе тебя никому нет. Я тебе обещаю, что мы справимся, мы все решим. Что мы решим? Что вы решите? Меня отдадут им или нет? Ну что ты такое говоришь, Сашка? А что такого? Я нормально жить хочу. Без вашего этого вечного нытья, что денег нет. Ты что такое говоришь, Сашка? Меня достали. Сашка! Варюша. Варя. Мне надо меня трогать. Подожди, девочка. Убить мне не нужно. Отдай мне, пожалуйста. Кто тебе сказал это? Кто тебе? Варя. Ты мне не мама. Варя, ты что? Ты сказал. Я не говорил это случайно. Не заботитесь. Варя, 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 ты что? Варя, надо меня трогать. Прости, надо меня трогать, пожалуйста. Прости, прости, папа, прости, прости. Я вам никто. Пойдем, моя девочка. Вот так. Вот так. Пойдем. Сейчас посмотришь. Скорее, скорее. Ложиться. Все. Значит, это ты заняла мое место? Ладно. Поздравляю. Ты ни на шаг не отступаешь от своего плана, как всегда. Последователен и настойчив. Ничего, что Варя бьется там в истерике с сотрясением мозга? Наверное, ничего. Мы потерпим, это мелочь. Это произошло случайно, я этого не хотел. Я разговаривал по телефону с Марией Прокофьевой. Варя просто подслушала. Олег, скажи мне, зачем вообще в ночи надо было разговаривать с этой женщиной? Ты договаривался о встрече. Мила? То есть ты готов сказать нашей дочери о том, что она нам не родная? Да, Аня. А дальше что? Кому всему свету? Журналистам? Ты хочешь опозорить нашу семью? Да нас в покое не оставят. Нам прохода не дадут. Олег. Послушай, Анечка, я правда очень устал. Я хочу спать. И меньше всего я сейчас хотел бы заниматься выяснениями отношений. Я тебя умоляю. Я тоже тебя умоляла и просила. Тебе-то плевать на дочерей, на меня, на репутацию нашей семьи.
Ты как... Ты прешь как танк. Ты придумал себе эту миссию по спасению неизвестной девочки. Послушай, я не хочу слышать сейчас ничего. Про прессу, про реноме, про репутацию. Я ничего не хочу слышать об этой чуши, понятно? Это чушь. Это все чушь? Да, именно. Это не операция по спасению неизвестной девочки. Знаешь, меня всегда удивляла твоя способность находить эти мерзкие формулировочки. Саша Прокофьева — это девочка, которая носила 9 месяцев вот здесь. И для тебя это ничего не значит. А для меня значит. Ну, не парадокс. Я завтра позвоню Эльдару. Я узнаю обо всех подробностях. А вечером встречусь с Марией. Пожалуйста, Олег, не надо никому звонить. Пожалуйста. Эти журналисты, они все разведают. Они все пронюхают. Замолчи! Иди спать, Аня. Я буду спать в бильярдной. Опять? А как я объясню ни Андрею, ни девочкам? Олег, Олег, это ты во всем виноват, ты за все ответишь! Это я виноват, и я за все отвечу. Спокойной ночи. Простите. Поехали. Куда? Знакомиться с моими настоящими родителями. Так, садись за стол, ты никуда не поедешь. А что? Кого знакомиться? Мои родители – богатые и известные люди. И я скоро буду жить с ними. Ты что, жвачки обожралась, что ли? Так, Александра, хватит устраивать здесь сцену про бедного подкидыша. Ты никуда не поедешь, и решение в этом доме пока принимаю я. Вот будет тебе 18, тогда, пожалуйста, поезжай куда хочешь. И встречайся с кем хочешь. Капец! Не капец. Если не будешь есть, отправляйся в школу. Тебя проводить? Нет уж, спасибо! И не задерживайся, пожалуйста. Ничего не понимаю. А что случилось-то, Мань? Горяченькие. Спасибо, Инна Андреевна. Мама, папа, простите, я очень тороплюсь. Поезжай осторожно. Вечно ездишь, как будто за тобой кто-то гонится. Мам, прекрати драматизировать. Ты со мной ездила, ты всего один раз. Мне хватило впечатлений на всю жизнь. Не лихач, Улька. Ульяна. Олег. Олег? Да. Ты к Варе поднимался? Она в школу опоздает. Я думаю, что ей лучше не ходить сегодня в школу, остаться дома. Доброе утро, мамуля. Доброе утро, Варенька. Доброе. Инна Андреевна, будьте добры, девочки, послаще чайку. Хорошо. Спасибо, я сегодня не буду завтракать. Это что за новости? Я потом что-нибудь поем. Мам, пап, вы не переживайте только, пожалуйста, я в порядке. Буду в порядке скоро. Все хорошо. Иди сюда. У меня есть вот такая грандиозная идея. А давай мы сегодня школу прогуляем? Давай? Варюшенька, ты немножко подустала. Восстановишь, ты отдохнешь, и тогда... Все нормально, папа. Все хорошо. Да, именно, все нормально. Все в порядке. Не надо раскисать. Да, дочка? Ты права. Инна Андреевна, сделайте Варе бутерброды и термос с собой. Хорошо. Я отвезу тебя в школу. Угу. Иди пока, Маша. И что, ты думаешь, что Сашку реально могут отнять? Могут. У них куча денег, мне с ним не тягаться. А так?
Значит, ростили, кормили, поили. Теперь все? Отдавай, да. Я им Сашку не отдам. Слушай, Маля, Коля, девчонку-то все равно отнимут. Так надо с них денег взять. Что? Ну, ты понимаешь, они девчонку берут на все готовенько, а мы все-таки вкладывали в нее. Я думаю, что с тех нужно денег сорвать побольше, побольше, понимаешь? Ну, когда старости лет по-человечьи поживем. Да ты что, с ума сошла? Продать Сашку? А что продать-то сразу? Почему сразу продать? Не продать, а, так сказать, возместить материальные затраты. Значит так, Вера, если я еще раз услышу про деньги, я тебя прибью, ты меня поняла? Сашку я никому не отдам, она моя дочь. Моя родная, единственная дочь. Ясно тебе? Ясно, ясно. Чего сразу орать-то? Могла бы посидеть с ребенком дома. Я не могу, у меня две встречи. Так отмени. Я не могу отменить, у меня будут проблемы. Конечно же. Твои проблемы намного важнее проблем твоего собственного ребенка. Чесание языком в твоих сообществах – это, конечно же, намного важнее. Прекрати мне хамить, Олег. Варя должна справиться. Нечего больной прикидываться. Ань, тебе нужно проснуться, что ли, я не понимаю. Вокруг тебя люди. Это живые люди, это не мартышки для дрессировки, понимаешь? Если бы ты тогда не настояла, она бы не села на лошадь и не попала в больницу. Ты что хочешь этим сказать? А то, что ты чуть не угробила своего ребенка. И не произошла бы вся эта ситуация, когда мы узнали, что девочек подменили. Я от нее с ума схожу, у меня мозг взрывается, что говорить о ребенке. И вместо того, чтобы быть настоящей матерью и помочь своему ребенку, ты сейчас что делаешь? Ты играешь железную леди, Аня. Ты вообще живая, Ань? До свидания, Олег. Я прошу тебя взяться за процесс удочерения Александра. Ты всерьез? Да. Ну, или хотя бы процесс по установлению родства, или как это называется. Подожди, ну ты же в глаза не видела эту девочку. Ни ее, ни ее мать. Ее мать я. Раз так вышло, моя дочь будет жить с нами. Вот нет, конечно, естественно, в ближайшее время я с ней познакомлюсь. Олег знает о твоих намерениях? Не знает, но узнает. Раз скрыть не удается, мы должны сделать так, чтобы в прессе было как можно меньше шума. Узнали, кто родная дочь, и забрали девочку из бедноты в нормальную семью. Все. Пока вы с Олегом не договоритесь, я никакого процесса начинать не буду. И подумай о Прокофьевой. Как бы ты себя чувствовала, если у тебя вот так в одну секунду взяли и отобрали ребенка. Если бы она забрала Варвару. Варвару я не отдам. Я, слава богу, Ильдар, некоторые вопросы могу решать исключительно в свою пользу. Ань, ну так не делается. А с этой Марией Прокофьевой все будет в порядке. Я предложу ей отличную компенсацию, от которой не отказываются. Да, я хотела тебе сказать, если ты не возьмешься за иск, я найду другого адвоката. Может быть, даже лучшего, чем ты. Всего доброго. Спасибо. Алексей Львович! Алексей Львович! Звала? Простите, я хотела... Вы не могли бы меня сегодня отпустить после обеда? У меня с дочерью проблемы серьезные. О как! А работать кто будет? Я? Ну, я с Раей договорилась, она меня подменит. Мне на пару дней. Мне правда очень нужно. Ну, как я могу отказать?
когда такие глаза просят. Спасибо вам. У тебя дочка-то маленькая. Да 15 лет. Большая уже. Ну, если что, ты обращайся, я все решу. Мы ж теперь с тобой друзья, да? Что? Маша, Маша, Маша! Да вы что, рехнулись, что ли? Вы руки-то при себе держите! Ты кем себя возомнила? Я тебе дружбу предлагаю, а ты кабеница? Давай, проваливай! Не можешь работать нормально! Убирайся к черту! Если ты хотя бы дотронешься до меня, я буду стрелять. Все, с меня хватит. И не нужны мне твои деньги. Знаешь ты, милая моя. Проваливай! Стрелять она будет. Откуда вы только пистолет-то берете? Че, булочный покупаете? Тянут из нее деньги. Так, деньги. Пора мне о своих деньгах подумать. Алло, а Прокофьева мне? Да, сестра. Чего? Ау, да, сейчас. Пишу. Да. Чего? 07? Ага. Алло, Серега Прокофьев у меня. Да. Ну скажите, сестра. Ну пускай перезвонит тогда. Ну только чтоб сразу. Да. Ага. Смотри на него. Какие мы занятые. Хлебнула, конечно, твоя Прокофьева Мария Алексеевна. Ну вот что-то тут насобирал. Образование у нее среднее специальное, рано вышла замуж. Муж Прокофьев Сергей Николаевич. В 2002 году родилась дочь Александра. В 2003 Прокофьев уехал на заработки и пропал. А в 2010 Мария с ним развелась. Заочно развелась, может быть, он и не в курсе о разводе. Проживает в его квартире вместе с сестрой мужа Верой Николаевной. Та пенсионер, не замужем. Квартира досталась от родителей, которые в 60-х приехали из поселка с замечательным названием Сестрой Ленинградской области. Это в общих чертах. Сестрой, говоришь? Никогда не понимал, как можно бросить ребенка и просто уехать. Это я про ее мужа. Ну, Олежа, такие вещи сплошь и рядом. Ты что ж не знаешь? Не жаль мужика, сердце не ёкнуло ни разу. Я ничего не понимаю. Этого не может. Алло, алло. А что случилось-то? Ой, да боже мой, да неужели в Африке Бобик сдох? Ты чего не звонишь-то? Да тихо ты. Чего надо? Ты мне скажи, ты билет взял, ты приезжаешь? Короче. Серега, ты приезжай. Мне одно не справится. Что-то Сашка тут... Сейчас все брошу. Я тебе деньги прислал? Прислал. Все, дальше сами. Вот ведь скотина какая, надо же. Слушай, это Мария, она сумасшедшая просто. Это хорошо, по-твоему? Нет, ну, сумасшедшая в хорошем смысле. Она как моя мама. Что бы я ни натворил, она всегда была на моей стороне и всегда спасала до конца. Да я такой же. Я за Варьку с Ульяной тоже порву кого угодно. А вот Анна этого никогда не понимала. Чего, все так плохо? Понимаешь, мы должны быть как команда, потому что семья — это и есть команда. Особенно в такие тяжелые времена, как сейчас. Вон, с Варькой что происходит? А все, что я слышу от своей жены — это репутация нашей семьи, это статус нашей семьи. И я слышу это всю мою жизнь. Только сейчас это реально задолбало. Ну, какой видишь выход? Галина Юрьевна, как обычно, пожалуйста.
не слышит меня. Понимаешь, она никогда меня не слышит. Я когда женился, я дал себе слово, что я буду находить способ для компромисса, что я буду пытаться как-то обходить острые углы. Я буду учиться работать над отношениями. Это сейчас я уже понимаю, что если есть необходимость работать над отношениями, то отношения уже закончились. Мы прожили 20 лет. Совсем недавно мне стало так страшно, когда я подумал, что я сдохну. Рядом чужая женщина. Олежа, может быть, сейчас просто краткий период, который стоит пережить, и все. Ты не забывай, что в случае развода ты потеряешь почти весь свой бизнес. Все ведь отойдет ей. Ну да. Ну? Так и есть. Добрый день. Я могу вам помочь? Это офис Олега Прокопьева? Да, но... Он мой отец. Проводите меня к нему, он меня ждет. Очень забавная ситуация. Я придумал ее отец в свое время. Он согласился на слияние наших бизнесов, причем изначально распределение долей было 10-90 в его пользу. Потом он согласился на то, чтобы мы шли пополаме, 50 на 50. Но в случае, если бы я захотел развестись, тогда моя доля возвращалась бы к 10 опять. Гениально. Достаточный повод задуматься, я считаю. Ничего там задуматься, все правильно. Мужик он был классный, царство ему небесное. Чисто по-мужски и по-человечески он все правильно сделал. Все, что он хотел, это чтобы у его дочери была достойная жизнь после развода. Просто, Эльдар, мне же этих 10% за глаза за уши, вот. И так хватит. А вы кто? Я его дочь. А что тут непонятного? А ваше имя позволите узнать? Александра, и запомните его, пожалуйста. Олег Викторович занят. И когда освободится, я не знаю. Может быть, вам, Александра, прийти в другой раз? А знаете, что если вы врете, я скажу ему, и он вас уволит. Если вы врете, я позову охрану, и у вас будут большие неприятности. Подожди, ты что, серьезно? Ты пойми, что я задыхаюсь. Что я хочу хотя бы остаток своей жизни прожить так, как я хочу. А не по светским канонам Анны Прокопьевой в девичестве ордынской. Понимаешь меня? Ну, хорошо. С Прокопьевой что ты думаешь делать? Ну, всяко не отсуживать у нее, Александр. Пытаюсь договориться как-то мирным способом. Всегда хотел, чтобы у меня было трое детей. И вот тебе сбылось. Поздравляю. Ладно, Эльдар, мне пора. Олег Викторович, как вы кстати. К вам посетительница. Папа! А я твоя дочь, Саша Прокофьева. Чудесно как. Вставай, поехали, поедим. Там в холодильнике что-то должно быть. Господи, как неохота на работу. Доиграешься, твой босс даст тебе пинка. Не даст. Кишка тонка у твоего босса. Не забывай, что босс все равно он. Ап. Ладно. Отвези меня в институт. А знаешь, что я подумал? Подождет твой институт. Иди ко мне. Обалдеть, какой вид! Я в жизни такого не видела никогда. По
поклонник? Не, мама. Ну, то есть тетя Маша. Она ведь теперь не моя мама. То есть как теперь не твоя мама? Ну, теперь же у меня другая мама. Кстати, ты когда меня с ней познакомишь? Я в интернете видела ее фотки. Она такая шикарная женщина. Обалдеть! Я, конечно, тебя с ней познакомлю, но мне кажется, что это несправедливо. Твоя мама тебя вырастила, а ты так просто берешь и вычеркиваешь ее сейчас. Да, ты прав. Она меня вырастила. Но от жизни она ничего не добилась. Мой папа, то есть дядя Сережа, ушел от нее, когда я была маленькая. Никто не знает, где он. А она ненормального мужика себе не смогла найти, ненормальной работы. Неудачница. Саша, давай договоримся, что ты больше не будешь никогда называть маму неудачницей. И вообще не будешь никогда говорить о ней в неуважительном тоне. Да блин, пап. И еще договоримся, что блин, пап, ты не со мной. Договорились. Ну, доедай пироженку и отправим тебя в школу. А то получается, что ты прогуливаешь из-за меня. Ну, не. Я думала, мы сейчас к тебе поедем с мамой знакомиться, со всеми остальными. Ну, это от тебя никуда не уйдет, я тебе обещаю. Возьму? Да? А сейчас, я думаю, все-таки в школу. Договорились. Только пообещай мне, что скоро мы с тобой снова увидимся. Обещаю. Приглашаем на работу. Магазин «Продуктовый рай». Спасибо. Магазин «Продуктовый рай». Приглашаем на работу. Да. Алло, Мария? Да, Олег. Добрый день. А, тут такое дело. Ко мне Саша сегодня приезжал. Как? Где она? Дайте ей трубку. Я же запретила ей. Да вы не волнуйтесь, все хорошо. Она приехала ко мне на работу, мы попили чаю. Потом водитель отвез ее в школу. В общем, все хорошо. Она милая у вас такая и бойкая девочка. Послушайте, ну мы же с вами говорили, что надо осторожнее. Мы... Ну не пошло сегодня по вашему плану, ничего страшного. Вы знаете, Варя сегодня утром спрашивала о вас и просила познакомить. Поэтому я и подумал, может быть, нам сегодня организовать это знакомство. Сегодня? Ну, я не знаю, неудобно как-то. Ну да, чего тянуть. Я бы забрал сегодня Варю из школы, и где-нибудь часиков 4 мы бы встретились, где вам удобно. Скажите, а Варя, она что любит? Ну, как-то неудобно без подарка приходить. Нет, нет, что? Что, мне нужно. Все хорошо. А, до встречи, Мария. Договорились. Все, до свидания. Олег, давно не виделись. Я тебе кофе заказал. Черный, как ночь. А в чем необходимо встречаться здесь? Почему утром не зашел сразу после совещания в кабинет ко мне? Ну, в кабинете бы мы на голодный желудок болтали, а так хоть поедим? Давай к делу. Хорошо. До меня дошли слухи, что англичане будут повышать процент. Я хотел, чтобы ты знал. Черт. Я думал, мы договорились в прошлый раз. А ты откуда узнал? Да есть у меня агентура своя. Бесценный сотрудник. Надо дать распоряжение Эльдару посмотреть договор еще раз. Там должны быть какие-то зацепочки, которые померят их аппетит. Что-то должно быть. Коллеж, раз я бесценен, может быть, мы все-таки договоримся? Понятно, зачем ты меня позвал. Да, да, да. Я хочу войти в совет директоров. Ну, я же тебе объяснял, Андрей. Для того, чтобы войти в совет директоров, нужно иметь на руках минимум 5% пакет акций.
А я не могу просто заставить акционеров продать тебе эти 5% против их воли. Что непонятно? Олег, ты держишь меня у порога. Вроде не прогоняешь, но и войти тоже не даешь. Так и твое положение вроде бы не настолько безнадежное. Ни ты, ни твоя сестра на нищету пожаловаться не могут, не правда ли? Извини. Извини, что забыл тебе руку поцеловать. Не уродствуй. У меня вообще складывается впечатление, что тебе приятно, чтобы я ходил с чувством вины по отношению к тебе. Этого не будет. Поэтому, если появится какая-то информация из совета директоров, я тебе сразу дам знать. Понятно? Ладно. Я тебя понял. Ну что, делаем заказ? Я не буду обедать, спасибо. Галина Юрьевна, вызывайте машину, я спускаюсь. Дурак, что ли? Опять история про своего богатого мамашу? Отвали! Ваше высочество, корону-то еще не потеряли? Не потеряла. Че за фигня? Да тихо ты, а то набросится. Будь к тебе лучше самое быстрее. Нет, не приезжай. А это кто еще приехал? Добрый день, дети. Здравствуйте. Подскажите, как мне найти Александру Прокофьеву из 10 А? Да вот она. Прокофьева, это я. А вы? А я Анна Прокофьева. Может быть, тебе захотелось бы проехаться со мной, поговорить спокойно? Конечно, поехали. Пока, неудачники! Ну, пока. Пока. Шутка походу. Пожалуйста. Чего только не повидаешь. Подружку-то свою бросила. Почему ты говоришь, два последних урока отменили? Так учительница заболела. Я же рассказывала, ты не слушал. А, да, прости. Подустал просто, прости, Мич. По-моему, это я должна волноваться, а не ты. Я не могу не волноваться, Валюш. Ты готова? Не знаю. Это же не контрольная. Здравствуйте, Олег. Здравствуй, Мария. Здравствуй. А это Варя. Здравствуйте. Здравствуй. А вы моя мама, да? Может быть, мы пойдем где-нибудь посидим? Да, наверное. Поговорим? Пойдемте. Да. Можно я вас обниму? Можно. Красивая. Пошли. Мама, вот они, вот они, вот они, видишь, какие? Замечательно, отлично берем. Спасибо. Ого, какой крутой, прям как в рекламе. Ты такая классная.
классная, круче всех. Спасибо, обедать будем в итальянском ресторане, согласна? Конечно, я выложу фотки в сеть, мне все друзья завидуются. Перестань. Хорошо. Тебе полагается, полагается самое лучшее, ты моя родная дочь. Родители мне говорили, что в этих чебуреках машинное масло. Такие вкусные. Правильно говорили, я тоже своей Сашке так всегда говорю. Между прочим, они очень вредные. Да-да. Кстати, про масло. Варечка, подай мне салфеточку, пожалуйста. Спасибо. Вообще, предлагаю как можно скорее нам собраться все вместе и познакомиться. Так, чтобы и Саша была. Ты же не против познакомить Сашу? Нет. Сделаем? Конечно. У тебя очень глаза красивые. А мне кажется, я на вас похожа. И вообще, такое ощущение, что я вас уже давно-давно знаю. Только ты бледная какая-то. У тебя случайно температура, нет? Нет, все хорошо. Точно? Точно. Ну-ка, дай лоб. Олег, у нее температура. Все в порядке, правда. Варюш, подожди, дай. Мама говорит, что не надо распускаться, так что все хорошо, пройдет. Да нормально все. Нет, нет, 37,2 это точно. Я думаю, что надо собираться ехать домой. Нет. Вот ты сейчас на воздухе посидишь и простынешь. Зачем тебе завтра в школу? Олег, собирайтесь. Идите Мария. К машине, а не переживайте, я за все заплачу. Так вкусно! Я в жизни такого не ела. Береги силы, еще десерт. Здесь так круто! Еще с утра я у папы ела в офисе пирожное, а сейчас с тобой тут. А как папа? Вы поговорили с Олегом? Все в порядке? Ага, папа просто супер. Я всегда мечтала о таких родителях. А скажи, а как же твоя мама? Тетя Маша. Но она же мне не мама. Она вечно работает, одевается, как старуха. И вообще, я буду с вами теперь жить? Скорее всего. Прямо сегодня? Нет, сегодня ты поедешь домой. А когда? Скоро. Дело решенное. Просто надо уладить пару формальностей. Круто. А в школу я новую пойду? В гимназию какую-нибудь, да? Да, конечно, это решим. Ты должна получить лучшее образование. Вообще все должно теперь у тебя быть отлично. Так ведь? Мам, ты просто мне супер. Ак. Та-дам. Все здесь остановите. Спасибо вам. Все-таки не нужно было меня подвозить. У Вари температура, а вы меня катаете. Ну, у ребенка не такая высокая температура. Все будет хорошо. Мария Алексеевна, вы не ругайтесь на папу. Ну, тогда вся надежда на тебя. Я надеюсь, ты помнишь, какие таблетки? Да, Мария, вы... Аскорбинку не забудьте. А можно я вас буду мама Маша называть? Можно. До свидания. До свидания. Поехали, Костя. Пап, подожди, пожалуйста. Мама Маша! Спасибо вам большое. А можно я вам потом позвоню когда-нибудь? Ну, конечно, можно. Ты же сообщишь мне, когда тебе будет лучше. Угу. Пойдем. А то папа ждет. Спасибо. Давай, садись, Маша. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Пока. Спасибо вам. Бывает так вот, кого-то видишь первый раз, а кажется, что он уже родной. Бывает, малыш. Не знаю, к счастью, нет, но бывает.
Отстань, я тебя очень прошу. Я это слышала миллион раз. Еще послушаешь, не рассыпешься. Ведь для родной дочери ничто. Она тебе ни в грош не ставит. Избаловала девку, она уж краев не видит. Да это ты ее избаловала. Ты всю жизнь лезешь в наши отношения. Чуть что сразу, Сашенька бедненькая, на денежку. Где мне с тобой соревноваться? Где ты только эти деньги берешь, Вера? Я пенсию получаю, понятно? Копеечка копеечки считаю. Пенсию? А мы с тобой еще об этом поговорим. Саша, ты... Ого. Всем привет! Привет! Это что? Это мне мама купила, и скоро я с ней буду жить. И с папой тоже. Ты глянь, глянь. Вот. Александра, что это значит? Это значит, что скоро я буду жить со своими настоящими родителями. Мне мама так обещала. Смотри, какая красота! Сколько? Боже мой, за такую тряпочку столько денег. Так, положи. Положи, ты тоже немедленно положи все это обратно в пакеты. Но почему это мое? А это как? А это смотри. Оп, оп. Это я с мамочкой. Смотри, как в рекламе прямо, да? Значит так, я сейчас же отнесу все эти вещи обратно этим людям и швырну им это в лицо. Моя дочь не продается за тряпки. Маш, ты это... Да ты не имеешь права, это мое! Убери руки. Маш, может, ты это зря? Маш, ну отдай! Это мое, ты слышишь? Ты не имеешь права! Мам! Отойди! Не, ну, мать, ну ты подумай, ну, если еще не подойдет, так можем на рынок, и я толкну с прилавка-то. Ну, теперь ну, скажи, пожалуйста, скажи. Ну, ты же слышишь, она никого не слушает. Маш, Маш, ну, остынь, честное слово, ну, чего ты? Сумку с курткой снимай. Я сказала, сумку с курткой снимай. На, подавись! Поманили шмотками, ты и побежала. Я не думала, что моя дочь готова семью за это продать. Маша, Маша! Нет, ты не имеешь права! Ну отдай, Маша, отдай! Ой, девки, девки, что ж вы творите-то? Ты у Вари была, она выйдет к ужину. Ей плохо, она лежит. Я попросил, чтобы ей принесли ужин в комнату. Что, у нее голова болит? Ты могла бы сама зайти поинтересоваться, ну, как мать, например. Я зайду после ужина. Не пытайся меня уколоть. Слушайте, вы можете ругаться наедине, а? Реально сил нет это больше слушать. Олег Викторович, простите, пожалуйста. Там какая-то женщина у ворот стоит, кричит, ругается. Открывайте, я вам сказала. Мария? Вот. Что вы делаете? Подавитесь своими подачками. Дня не прошло, а вы уже слово нарушили. Что случилось, Маша? Вы себя кем возомнили? Вы решили вот так просто мою дочь купить за тряпки? Знаете, я вам Сашку не отдам. Все, что хотите, хоть мир купите, Сашку не получите. Мария, подождите. Мария, прошу вас, подождите секундочку. Варя, Варя. Я не знал, что моя жена, она, конечно, не права, но мы все исправим. Да, мам, молодец. Я всю свою жизнь зарабатываю. И теперь моя дочь считает меня неудачницей. Маша, нет, Маша. Мы все уладим, я увижу. Мы на нервах сейчас, я понимаю. Мы все уладим, Мария. Именно. Еще вчера ты не хотела ни о чем слышать, а сегодня ты берешь девочку и тащишь ее показывать красивую жизнь. У тебя это получилось? Да. Я изменила свое отношение к этому. И если хочешь знать, я подаю иск. Александра должна жить с нами. Надо забирать ее оттуда. Анна Юрьевна, куда это? Оставьте здесь. Ты в своем уме? Оттуда это, от женщины, от матери, для которой она единственный свет в окне. Для тебя, Саша, что, чемодан взяла и переставила? Прекрати разговаривать со мной подобным образом. Сейчас Варвара
рыдает там в своей комнате. Это твоих рук дело. Тебе же на всех наплевать. Я даже ни разу не подошла к ней сегодня. Если ты хочешь знать, твоя дочь познакомилась сегодня с Марией. И именно Мария обратила внимание, что ребенок болен. А еще Мария сказала мне, что очень странно, что когда у ребенка температура, это не является поводом, чтобы наплевать на все. И ты знаешь, мне стало стыдно. Ах, вот как. Я не поняла, почему эта тетка за моей спиной прилезает в мою семью? За какой твоей спиной? Во-первых, это я их познакомил. Во-вторых, скажи мне, пожалуйста, в чем разница между твоим желанием увидеть свою родную дочь Александру и желанием Марии увидеть Варвару? Или она чувствует как-то по-другому? А чего ты так рьяно заступаешься за нее? Мои аргументы ты пропускаешь мимо ушей, за нее горой стоишь. Олег, она тебя зацепила, да? Она баба. Ты что говоришь такое? Ничего. Аня, ты что несешь? Ты я, кстати, видела, как вы обнимались. Ну что, Олег, на жирненькое потянула. Значит так. Мне надоело слышать весь этот бред. Ты сейчас же пойдешь и вымолишь прощение у ребенка. И чтобы у нее больше никогда не оставалось ощущение того, что она тебе не нужна. Поняла? Иначе? Не скажу. Дам тебе еще шанс. Да, я слушаю. Я немного поздно, Мария. Простите. Ничего. Для того, чтобы хоть немножко разобраться в этом хаосе, нам нужно с вами поговорить. Олег, вы мне сейчас пообещаете, а потом просто отберете Сашку через суд. То есть вы считаете меня вот таким подонком, да? Нет, конечно. Но просто люди с деньгами привыкли решать вопросы определенным образом. Ну, хорошо. Давайте с вами встретимся. Спасибо вам. Еще раз простите, что поздно. И до встречи. До завтра. Выглядишь на миллион. Прекрати. Есть что-нибудь интересное? Есть. Сейчас расскажу. Но сначала просьба. Ты не могла бы подружиться с Анной? Всего-то? Ну-ка, до королевы с ней даже не подобраться. У нее даже подруг нет. Ничего. Я думаю, что скоро ей понадобится человек, кому она захочет выплакаться. Сейчас, подожди. Здравствуйте, Светланочка Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, родной. Так, мне, пожалуйста, две слоечки и кофе. Хорошо. Рад вас видеть, моя милая.